Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов принял участие в волейбольном турнире. Его приурочили к Олимпиаде в Сочи. Состязание прошло на горе Цамаури для Ратинского района. По окончанию любительского мероприятия всем участникам были подарены календари, олимпийские дипломы и зимние куртки. Глава республики отметил, что необходимо всерьез заняться подготовкой дагестанских спортсменов к участию не только в летних, но и в зимних Олимпийских играх, вспомнив про горнолыжный спорт, развитие которого возможно в Дагестане. Также Рамазан Абдулатипов рассказал о планах построить хоккейный дворец в Махачкале.